Так как вы съездили-то, расскажите хоть. Прекрасно, мы съездили, выступали на, прям на Арбате. Народ прям, всем интересно, подтягиваются, стоят вокруг, прям смотрят все. Провели концерт, выполнили задание Ирины Петровой. Ирина Петрова сама приехала, говорит, а как же я не приеду, если это я дала задание. Она должна была проконтролировать. Я думаю, ей все очень понравилось, не думаю, я в этом уверена, потому что она сказала об этом. Ирина Петрова и все, кто сегодня был на Арбате, которые только что сейчас к нам подключились, регистрируйте, голосуйте, как вы выполнили задание, и присылайте нам еще много различных новых заданий. Я... Слушайте, и вот такая зона, такая, сейчас безумно. Вот это вчера было, да? А двух парней прям сразу зацепило, так они от начала до конца простояли. Молоденький Сергей, 19 лет, очень хорошенький. Я тебе передаю привет, и он сказал, что обязательно зарегистрируется и пришлет мне задание. Сергей, я жду тебя, от именно твоего задания. А второй еще Сергей, стихоплет я его назвала. После он прибежал и начал читать стихи прямо на Старом Арбате. Я говорю, уйдите, здесь место занято. Вот. Но он такой тоже настойчивый, он говорит, я не буду заходить в соцсети, не люблю. Ну как вчера на день рождения один парень тоже мне говорил в соцсети, он не любит, заходить не буду. Ну пообщавшись со мной две минуточки, парень очень быстро изменил свое решение. И вот должен обязательно тоже зарегистрироваться и прислать мне задание. А вот так. Рассказала... Главное, с людьми нужно разговаривать уметь. А Катя на коне скакала сегодня. На коне? Ну, не на живом. Просто там по Старому Арбату ходят мужчины такие хорошие, крепкие, здоровые оказались. Конь оказался прям здоров. Он, ну, коняшка. Я говорю, ой, коняшка. И я захотела на коня. И я на него как прыгну. Я говорю, покатайте меня. И он меня по Старому Арбату сделал мне круг почета, покатал. А там толпа вся остановилась, смотрит. Они бегут. Сестру нам не, куда повез? А он говорит, а я говорю, возвращайся. А я говорю, он хотел меня на месте уже отвез. Меня туда, и хотел меня уже на месте поставить. Я говорю, нет, дорогой, верни, где взял. И он меня назад, прям круг почета, и назад меня поставил там, где взял. Тишина такая в доме, да? Что это потому, что Ксю уехала. Это ее сейчас забрали. Зачем? Правила какие-то меняются, я не знаю, для зачем. Может быть, там ты зачем-то тебя забирали, чтобы ты исправилась в чем-то. Может быть, сейчас и Ксю забрали, чтобы для того, чтобы в чем-то исправилась. Так, а что было не так? А почему меня выгнали? Ты не могла контролировать свои эмоции? Мне просто странно, что происходят странные вещи. Пойдем, тогда я не понимаю, по какой причине меня вернули и почему куда, Макс? Убрали Ксю. А где ты была все это время? Пойдем, я была в храме. Ну вот, наверное, ты исправилась. Я не уверена, что я исправлялась. Ушла Ксю. И такое ощущение, что всем вообще барабаны, что ушел человек. Так часто бывает. Люди уходят, люди возвращаются. Тот, кто приходил, он приходил не первый раз. И все ребята привыкли, что с ним спорить не стоит. Ну ни к чему это не приведет. Ему можно только что-то доказать. Нужно очень стараться. Я не понимаю, зачем я здесь нужна. Тут все родственники. И просто я прихожу и забирают кого-то, одного из нас. Я даже не знаю, кто она такая. Но, то есть, получается, можно всех менять, как перчатки. А как можно проявлять какие-то чувства вообще к человеку? Как можно считать его своим родственником и общаться с ним, если ты знаешь, что его могут в любой момент заменить, реагировать вот так, что, ну, заменили и заменили, нас тут 12 штук. Можешь, кого хочешь, того и поставишь. Зачем тогда это все нужно? В чем вообще ценность тогда человека? В чем ценность жизни? Если бы мы не был бы братья Трое, если бы влюбились бы друг друга, он говорит, да. Я говорю, поженились бы. Он говорит, ну да. Я говорю, ребеночка. Я не говорил, ну да. Ну да, ты сказал. А когда я сказала, ребеночка родили, ты говоришь, ты что, вообще, что ты уже все рамки перешла? Значит, пожениться, ну да, а ребеночка родить, я рамки перешла? Макс, пусть самоделки сделают Васю массаж живота. Давай. Давай. Ну давай. Массажист самоделки. У него три ноги. Он сейчас будет... Талон на массаж надо. Талон на массаж.
Ты Самоделкину должен. А, сейчас. Мне, я сейчас у совы возьму талон. Вот, здравствуйте, сова. Можно мне один талон на массаж живота? Да, конечно, Васич, вот возьми. Давай талон. Вот, держи талон. Нет, возьми. Слушай. Я массажер. О, классно, что ты массажист. Не массажер, а массажист. Самоделкин. Тебе надо массаж? Да, мне массаж живота, сделай, пожалуйста. Делаем. Надо раскрыть это. Вот у тебя там оболочка нормальная? Да, вроде вот все. Давай. Так. Так, ну-ка, да я. Держись, что ты делаешь, я не понимаю. Что? Что? Самоделки, ты что творишь? Ну, оболочку раскрыть. Ну нахрена, все уже, вот она, оболочка тебе, пожалуйста, так. Сейчас проведем процедуру. Так, и что ты будешь делать? Пульсации. Чувствую, да, по пульсации. По всему телу. По всему телу прут прямо. Видишь, как? Ух, ты вот третьей ногой, только аккуратнее, ладно, там не проткни ничего. Хорошо. Ой, хорошо как. Ух, самоделки. Все, спасибо.